Мне кажется, прав был Владимир Ильич Ленин, когда говорил, что искусство принадлежит народу. Наверное, в первую очередь надо спрашивать артистов, производителей, да? Допустим, когда я играю свои номера, и потом их выкладывают в какие-то сети, и потом люди это могут бесплатно скачать, мне только в удовольствие. А есть такие артисты, которые считают, что это их интеллектуальную... Масса артистов, которые считают, что интеллектуальная собственность принадлежит только им, вот, и музыку, которую написали они, только их. Да, мне кажется, все не так. Все, любое искреннее настоящее творчество, оно все равно от Господа. Поэтому это для общего пользования. Конечно, хочется на этом заработать. Но всем хочется заработать. Но нет, так и нет. Я знаю массу людей, которые стали благодаря интернету популярными. А так бы, если бы все это было за деньги, они бы не были бы известными людьми совершенно. Поэтому здесь палка, конечно, о двух концах. Поэтому, а пиратам очень хочется быть. Вообще, я такой Джек Воробей. Мне бы свой корабль, и я бы уплыл бы на черной жемчужине куда-нибудь подальше, чтобы ограбить в Сомали настоящих пиратов.